Большой кружевной куб появился в сквере Сурикова. Там открылась выставка, посвященная годовщине со дня рождения художника. Прямо сейчас там находится моя коллега Софья Питеркина. Соня, ну что там сейчас происходит? Рассказывай. Даша, ну атмосфера тут стоит просто сказочная. Вы только посмотрите вот на этот куб. Это большое гигантское белое кружево. Мне кажется, его можно очень долго стоять, разглядывать. Можно даже, кстати, и потрогать, что, мне кажется, очень интересно. Кстати, на фоне куба получаются и очень классные фотографии. Все так и норовят подойти и сфотографироваться. Я, кстати, тоже не исключение. Создатели рассказывают, эта скульптура – дань традиции рукоделия матери художника Прасковьи Федоровны. Она вышивала бисером. Сказочность и выставки придает и классическая музыка. Музыка Бах, Бетховен, Рубинштейн. Правда, вот сейчас ее не слышно, но она здесь точно играла, я вас уверяю. Она будет играть здесь, кто вы, каждый день, пока идет все это действие. Учитывая, что все это на улице, конечно, выглядит очень необычно. Перейдем теперь к картинам. Итак, здесь их 22 штуки. Вот давайте посмотрим вот на эту. Это девушка в шубе, 1889 год. Кстати, одна из таких более-менее еще популярных картин. Есть и менее известные. Пойдемте дальше. Есть вот такая картина, это пикник. Вот, кстати, заиграла музыка. Вот, это пикник. Тут мы видим мужчину, который как раз-таки стоит около лошадиной повозки. Кстати, организаторы говорят, что вот это, кстати, организаторы музея усадьба Сурикова, они говорят, что лейтмотивом выставки стала природа Сибири. Отмечу, все это проводится в рамках зимнего Суриковского фестиваля. Он, как всегда, посвящен годовщине ко дню рождения художника. В этом году ему исполнился 171 год. Вот организаторы и решили отметить, так сказать, с размахом. Кстати, в 18 часов тут было открытие экспозиции и прошел небольшой показ мода, точнее, платков в стилистике картины «Боярыня Морозова». Вот и снова меня притягивает к этому большому белому кубу. Я очень советую всем сюда прийти, посмотреть, потрогать, поразглядывать, сфотографироваться. Выставка продлится до марта, так что успевайте. Даша, тебе слово. Да, спасибо, Соня, очень красиво. Я напомню, что это была Софья Питеркина, и рассказывала она о выставке в сквере Сурикова. Приходите, посмотрите сами.